Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня начинается наш первый полноценный день в Питере. Всем привет! Спалось, Ваня, тебе отлично? Да. Отлично спалось. В общем, сейчас идем искать... Проснулись 8:45. Ну, по будильнику проснулись. Идем сейчас искать комнату, где подают завтрак. Но завтраки, я слышала, что здесь не отличаются особым разнообразием. Сейчас вместе с вами посмотрим. Ну, мы, собственно говоря, с вами по-домашнему в тапочках, потому что здесь этаж, он такой вроде ковровый. Посмотрим сейчас, где это есть. В общем, слышимо здесь в номерах вообще ничего не слышно. Вот вообще такое ощущение, что мы здесь вообще одни, единственные в гостинице, а в гостинице вроде бы нет мест. Потому что здесь, наверное, очень-очень толстые стены. Это баба, это вообще-то отель. Ну, при чем здесь отель? Это бывший доходный дом купца, не помню, какого-то купца. И тут располагалось очень-очень много, кстати, организаций. Там внизу слева где-то или справа бани, которыми владела семья этого купца. Ну, в общем, здесь, в принципе, у каждого дома своя история. Сейчас покажу вам, что я вижу напротив. Вот, а вид здесь вот такой. Вот это же вот Питер, знаменитые дома, колодцы. У кого-то что-то вниз упало, там, смотрите, тряпка какая-то валяется. То есть вот здесь вот это, видите, часть отремонтирована, а напротив я смотрю, что там вообще ремонта никакого нет. Наверху крыша тоже вся. Ну, то есть я не знаю, что это такое, кстати. Дымоходы какие-то. Все такое это обветшало. Жалко, что у нас не на Невский проспект. Выходит, ну, смотрите, окна вот тут вот ниже этажом. Какие огромные-огромные окна. Вот здесь окна поменьше. А, ну это получается как пристройка, потому что здесь пристраивали несколько зданий. Когда вот этот купец купил этот дом, он пристроил чуть с одной стороны, с другой стороны. Я читала. Ну, это что называется, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ладно, Вань, пойдем поищем столовую. Привет. Надо идти на запах. Запах идет там. А здесь для особо талантливых. Брекфаст. Пойдем. Брекфаст, кстати, здесь очень удобно. До 11 часов. Пахнет уже какими-то греночками. О, уютненько, светло. Пойдем посмотрим, что здесь можно взять. Из завтрака. Здравствуйте. 409. Так, что здесь, Вань? Тосты есть. Ага. Сосиски есть. Ага. Кашка овсяная, пшеная. Кашка овсяная, сегодня пшеная, да, еще ага. Есть рис. Отлично. Куриные ручки, овощи, фрукты. Ну, для завтрака, в общем, достаточно. Да, смотрите, два вида сока. Это йогурт, да, есть. Ряженка, йогурт ага. И молочко. Хорошо. Это сухопутчик. Количестве. Спасибо. Да. Мама, приборы тоже. Угу. Сосиски тебе, я так понимаю. Да. И хлеб. И хлебушек зажарим. Сосиски. А кашку не хочешь? Нет. С кетчупом. В общем, понятно. Хорошо. У Вани сосиски с соком. У меня кофе. Кофе здесь можно сварить. Сейчас попробую вместе с вами. Вкусный, невкусный. И каша пшеная уже 100 лет не ела. Знаете как? По-моему, в Крыму я последний раз ела кашу. Можно кашку пробовать. Пробуем кашку. Ну, слушайте, каша. Каша. Насыпаю. Отличная она для... Нет, она для этого тоже для завтрака. Слушайте, а пшенка, она просто вообще изумительная на самом деле. Ваня у меня кашу не любит. А я кашу просто обожаю. Особенно пшеную. В общем, очень уютно, и то, что писали там, скудные завтраки, не хватает яиц. Ну, может быть, яиц не хватает, но мне достаточно. Собрались мы наконец-таки поехать в Эрмитаж. Эрмитаж от нас расположен в 3 километрах. В 3 километрах мы посмотрели, если идти пешком, то это 48 минут. Решили, что мы лучше пойдем обратно.
Поэтому сейчас в ту сторону мы вызвали такси на Яндекс.Такси, стоимость 158 рублей. Если бы мы поехали на автобусе, ну, наверное, дешевле было бы на 50 рублей. Но я так смотрю, что здесь такая пробочка-то стоит существенная. Поэтому, не знаю, ой, тут, кстати, смотри, какие-то местные такси. 3-6-6-6-6-6-6. А вон Яндекс.Такси. Вот. Сейчас так, что проедемся на такси и из машины посмотрим на все, потому что, ну, чтобы хоть как-то ориентироваться в пространстве немножко. А у нас, кстати, с Ваней, он 22-й, я смотрю, остановка здесь троллейбуса. Надо посмотреть, куда он идет. И здесь вон море автобусов стоит. Вот, на такси как-то у нас подручнее будет. И я смотрю тоже, как бы в Питере пробки, да, Вань? Так же, как и у нас. Прям вот здесь вот почему-то, на этом пересечении. Сейчас для начала хотела посмотреть, что как. Вот здесь вот мы вчера с Ваней запутались. Получается, что здесь вот этот круг такой. И я понимала, что нам на Невский надо выйти. Надо было, видите, в обратную сторону идти. А мы, Вань, вон туда с тобой пошли прямо. Как раз таки в сторону Эрмитажа. Наверное, сразу хотели в Эрмитаж попасть. Вот, а он здесь, видите, Невский, 116, и все, и прерывается. А он, оказывается, там как-то изветвляется и идет в другую сторону. Это прям какая-то фантастика. За 10 минут, за 150 рублей мама. По очень красивой улице, по шикарно, по Невскому проспекту. Мама. А мне интересно, вон там Эрмитаж, вон там Эрмитаж? Вот тут вот. Это вот Зимний дворец, и здесь где-то должен быть Эрмитаж. Ну, я не знаю, я просто смотрела тоже много видео. Я еще раз говорю, знаток еще тот. Ну, по крайней мере, мне интересно, знаете, и не стыдно узнавать для себя что-то новое. Вань, ты посмотри, до чего ж красивый дом, а? Его хочется рассматривать везде со всех сторон. А ты видишь, что там над каждым окошком лица какие-то человеческие? А, или даже не человеческие, мифические. В общем, конечно, послушать бы экскурсию. Про все это. Экскурсии, я смотрю, вон там группы экскурсионные. Здесь. Плюс еще я сегодня прочитала, что третий четверг месяца в Эрмитаже бесплатный вход. А сегодня как раз третий четверг, сегодня 20 число. Сейчас пойдем выясним, где касса, где вход. Сейчас еще проезжали вон там реку Мойку мы на такси. Потом я хочу туда подойти. И там потрясающий вид, знаете, как вот у меня дома картина Венеция. И там вот такой вот очень похожий вид открывается. Вань, потом посмотрим. Так, что там написано? Надо, знаешь, что, наверное, подняться вот здесь и посмотреть, что там написано. Что это такое? У таксиста спросили, он был не русский. Он нам ничего не подсказал. Сказал, я не знаю. Так, кругом написано здесь везде. Кассы уже идут, экскурсии. Вань, тут точно мимо кассы не пройдешь. Вот это, я так поняла, очередь в кассы, в музей. Представляете? А я слышала, что сейчас вроде китайцев нет, очереди меньше стали. Но, видимо, не только китайцы любят Эрмитаж. Это за билетиками, я так понимаю. С одной стороны, с другой стороны. Вот это да. Слушайте, я стою издалека, смотрю, голова какая-то. Я говорю, Вань, смотри, что там за голова мальчика. Потом говорю, давай у Гугла спросим. В общем, это оказывается девушка, Карлота. И она так издалека смотрится, что она объемная. Вот мы стояли сейчас издалека. Кажется, что она объемная, а на самом деле она плоская. Но вот здесь я уже просто близко подошла, и вам видно, что она плоская. И символизирует она исполнение мечты. Что с закрытыми глазами она, эта девушка, что если вы закрываете глаза, то ваши мечты сбываются. Но это я сейчас все прочитала, разумеется, в Гугле. Сама я этого не знала. Вообще, я думала, что это мальчик издалека.
А тут уже пока стоишь, рассматриваешь все, потому что смотрите, какая очередь. И еще соседи по очереди сказали, что это небольшая очередь, что обычно туда еще на за ворота выходит. Просто сейчас китайцев нет и людей меньше. Я думаю, сколько же здесь люди в очереди стоят. Уже, честно говоря, так, знаете, это замерзли руки. Ноги, слава богу, нет, потому что я в очень теплых ботинках. Ну, в очень теплых. Сюда нельзя приходить в легких. Замерзнете. Ну, а так оригинально, конечно. По всей видимости, да, в общем, смотрите, третий четверг месяца, день бесплатного посещения, оказывается, Эрмитажа, так что нам сегодня крупно повезло. Но в любом случае, почему-то нужно взять билетик, хоть и бесплатный, но билетик нужен. Самое большое счастье – это отстоять вот эту очередь. Я у Вани говорю: Вань, что тебя больше всего впечатляет? Он говорит: это очередь, которая стоит. В общем, здесь очень-очень много гардеробов. Туалет, конечно же, тоже стоит очередь. Ну, а мы пошли с Ваней осматривать композицию. В качестве безопасности здесь еще нужно обязательно пройти через рамки металлоискателя. Видите, как все строго. Наконец-то! Все мы сдали. Оказывается, воду с собой тоже нельзя, нужно оставлять. Здесь место сбора школьных групп, экскурсионных групп. А здесь что такое? Спасибо, ваш путеводитель. А, ну здесь можно, в общем, посмотреть о том, что вас интересует. Смотри, вазы, Вань, какие большие. Пойдем посмотрим. И будем подниматься. Самое главное здесь не потеряться. Здесь какая-то красная такая ковровая дорожка. И люди фотографируются, что они наконец-таки дошли до Эрмитажа. А посмотрите, какие здесь ступени, Вань. Видишь, какие здесь мелкие? День экскурсовода 21 числа. Обрати внимание, ступеньки, видишь, какие мелкие? Хотите, пожалуйста, слушайте, вот это да. Вот это со школьниками разговаривать. Прекратите визжать. Даже я испугалась на минутку. Ух ты, Вань, посмотри, какое великолепие. Боже мой. Это же надо же. Все в позолоте. Идем с тобой по красной ковровой дорожке. Вань, ты посмотри на всю эту красоту. А, ты представляешь, ты можешь себе представить, что здесь жили? Мама, получается, мы это и кто дошли, короли, да? Цари. Цари, ну, может быть, к ним и короли приходили. Не может быть, а точно. Сейчас. Смотрите, какая прелесть. Да? Фантастика. А потолок, посмотри, какой красивый. Видишь? Потолок, посмотри наверх. Ну, долго я хотела сюда попасть. Знаете, как мы все, я все хочу по заграницам, там, Венецию, еще куда-то. А у нас какие красоты здесь потрясающие. Да? Красиво? Очень красиво. Меня насмешивает, говорю: Ваня, а дальше я не знаю, куда, налево, направо пойдем. А Ваня такой говорит: мама, у нас же есть карта. А карта это моя сильная сторона. Да это нельзя фоткать здесь, вот где эти янтари всякие. Почему? Так, ладно, в общем, Дворцовая набережная. Дворцовая набережная. Ну, я по карте, в общем, мне по карте разбираться очень и очень долго. Пойдем, куда глаза глядят. Я так думаю. Держи. Будешь ответственный за карту. Смотрите, какой стол. Какая посуда, да, Вань? Но Ване это все равно, какая посуда. Ну, вот такого вот убранства стола.
Какие здесь тарелки изумительные. А вот это вот портрет Потёмкина. Я смотрела этот фильм «Екатерина Великая», и какой там красавчик у Екатерины был, и какой Потёмкин вот здесь вот был. На самом деле. Да. А мундирчики какие-то маленькие, а? Где? Где вон там он? Где химик, Вань? Это что такое? Обелиск Таврической области. Вот это? Не знаю, давай подойдем, посмотрим, что там написано. Федор Иванович Шубин. Шубин. Портрет Екатерины II. Вы знаете, когда смотришь на все на это, я почему-то Екатерину всегда представляла Мариной Александровой. Ну, я шучу, конечно. Все было на самом деле, конечно, по-другому. В фильме все красиво. Это что за картина? Ну-ка, Ваня, иди прочитай. Что это такое? Вот, по всей видимости, Екатерина наказывает кого-то из своих подданных. Сейчас Ваня прочитает. А, законы издают. Я думала, она наказывает кого-то. Это законы издают. Какие здесь двери шикарные. Шикарнейшие двери. А вот это уже очень светлая комната, ну, зала, скажем так. Люстра. Поражает размах. Я все время не представляю, как они наверху вот это вот все устанавливали, вот это вот там сделано все как, что это же все высоко, как вот они так это, технологий же не было таких, как сейчас технологии, как они все это делали, чисто технически. Не знаю, а это что такое, как гроб какой-то стоит, да, посмотрим, что это такое. Где прочитать? Это гробница Александра Невского. И написано, что фоном вот этой вот гробницы служит трехъярусная декоративная пирамида, обложенная листовым чеканным серебром. Листовым чеканным серебром. Пойдем, пойдем. Пойдем. Ваня, ты посмотри, какой пол. А я ему уже сфоткала. Ваня уже успел сфотографировать. Да. Ваня, ты представляешь, что раньше рыцари в таких щитах сражались? Сейчас вот на тебя одень все вот это вот убранство, и ты упадешь под тяжестью. А они сражались, боевили вот в таких доспехах. Представляешь? Идем в следующий зал. Следующий зал весь сияет золотом. Ну, может быть, и настоящее золото, этого я не знаю, к сожалению. Но красоты неописуемой. Я люблю дворцы. Дворцы — это мое. Малахитовый зал. Все колонны, пилястры и камины зала облицованы уральским малахитом. Вот это, Вань, зеленое. Все малахит. Камень такой, малахит. Обработка камня велась на Петерговской гранильной фабрике. Бронзовые базы и капители колонны, пилястр, зеркал, лепка. Сейчас, подожди, потолок. Все это червонным золотом выложено. Все, Вань. Что там? Вот, в общем, Ваня был прав, что вот это вот все выложено червонным золотом. Представляете, что все это золото? Сколько же они это тратили сейчас? Ну, Ваня, раньше тратили. Ты посмотри, малахит какой красивый. Посмотри прямо. Посмотри, какие часы из малахита. Что? Мне кажется, наши. Да нет, построили. Эту всю штуку, да, наверное, бы стоило. 5 сексиллионов. Но оно и сейчас стоит так же. Здесь, видите, запрещено фотографировать. Смотри, стол из малахита.
Боже мой, это невероятно красиво. Колонны из малахита. Вот это зеркало, оно все в золоте. Посмотрите, смотреться в такое зеркало. Представлять, что ты королева. А жить? Ну, жить, наверное, нет. Не знаю, жить не знаю. Смотри, какая чаша шикарная. Боже мой. Кресло, вид на него, наверное, да? На него, я так думаю. Ой, извините. Очень смотри, красиво. Смотри. Ваня, что-то шкаф какой-то такой расписной весь. Расписной с узорами. Здесь, в общем-то, куда не посмотришь, так везде идешь с открытым ртом, рассматриваешь. Пол шикарнейший. Вазы. И сочетание такого это золота и зеленый. Золотой и зеленый цвет. Бесподобно. Пол очень красивый. Здесь красивое все. Смотри, какой стол, Вань. Ты вот представляешь, что вот это камень зеленый, малахит. Очень-очень дорогой камень. И отражается в этом камне потолок неописуемой красоты. Зеркала здесь, что с одной стороны, что с другой стороны. Симметрично, напротив друг друга зеркала. И здесь таких столиков очень и очень много. Будешь фотографироваться? Почему? На память. Давай, вон там рядом с колонной красивая фотография будет. Идем в следующий зал. Ну, это какой-то вот небольшой зал, где написано про него, что... А, это музыкальный зал, ты думаешь? Арфа. Вот этот инструмент арфа, наверное, называется. Сейчас. Это гостиная Зимнего дворца. В общем, это первый зал выставки для представления об убранстве парадного дворцового интерьера. Ковер шикарный. Представляешь, это же ковер, наверное, вручную вышивали, скорее всего. Ковер красивый, весь в пыли. Ну, так это же времени сколько. Я еще удивляюсь, как это после многочисленных вот этих революций и всех событий в России тут что-то сохранилось. Вазы какие, да, Ваня? Красивые. Пойдем посмотрим, почитаем, что там такое. Смотри, Вань, вот это вот называлось и называется софа. Хотел бы прилечь на такую софу? Зал России. Зал России. Образцы художественной мебели представлены, исполнены по рисункам известного зодчего Росси. А, зал Росси, извините. Наряду с созданием архитектурных ансамблей. Представлены здесь два гарнитура и диван между окнами. Знакомятся с различными вариантами его творческих поисков. Гарнитур серого волнистого клена более камерный. Клёно. Вань, ну подожди, дай посмотреть. Пойдем дальше. Посмотри на реку. Посмотри, какой отсюда замечательный вид. Что река? До сих пор... Нева. Река Нева. Она до сих пор не замерзла. Не замерзла. Нева. Пойдем дальше. Убегая от снов и от прожитых лет, все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь, и ни больше, ни меньше. Оглянись за собой, сколько в жизни сплелось, сколько судеб к тебе прикоснулось. Пусть полжизни прошло, как у всех на авось, и удача другим улыбнулась. Поговорим за жизнь. Без трёпа, без пустого. Есть повод у друзей, честное слово. Поговорим за жизнь. Без трёпа, без пустого.
Есть слово у друзей, честное слово. Расскажи о себе, это жизнь, не кино. И не важно, кто выйдет героем сцены жизни.